Другим темам. Общественности Алматы в очередной раз представили измененный проект реконструкции сквера возле Дворца школьников. Он разработан с учетом мнений жителей города. Они пожелали, чтобы сквер сохранил свой исторический облик. Что же нового внесли в проект, об этом в материале Григория Беденко. Реконструкцию сквера возле Дворца школьников Алматы поддержали местные жители и эксперты. Их предложения были учтены. Сквер сохранит свой исторический облик согласно обновленному проекту. По первоначальному проекту были такие проектные решения, касающиеся там амфитеатра, фонтана, велосипедных, воркаут-площадок и прочих. Были предложения от жителей, которые потребовали корректировки в этой части проекта. Поэтому на сегодня вот откорректированный проект корректировки сегодня разработчикам представлен жителям. Обновленный проект реконструкции предполагает посадку в сквере деревьев и кустарников, замену асфальта на брусчатку и установку на аллеях освещения. Кроме того, здесь будет построена автоматизированная система полива. Трубы разместят на глубине около 20 сантиметров. Они не заденут корневую систему зеленых насаждений. Также в сквере появятся скамейки и новые цветочные клумбы. Реконструкцию планируется завершить к концу этого года. Я очень доволен теми изменениями, которые сегодня были представлены главным архитектором, который вот именно презентовал этот проект, который рисовал его, который внедрил все лучшие технологии, которые можно применить. Дворец школьников Алматы, построенный в 1983 году по инициативе Динмухамеда Кунаева, относится к памятникам архитектуры городского значения. 8 лет назад здание впервые за свою 30-летнюю историю было отремонтировано. Однако прежде сквер реконструкции не подвергался. Эта территория входит в охраняемую зону природного ландшафта, объектов исторического и культурного наследия. Григорий Беденко, Абен Эрнбаев, Алматы, Хабар 24.